Я Наталья Владимировна Кондратова, профессор Российской академии наук, главный врач стационара клиники академика Ройтберга. Уже 25 лет мы принимаем на лечение взрослых и детей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без праздников и выходных, даже 31 декабря. За прошлый год мы выполнили больше 10 тысяч хирургических операций. Каждый день у нас работает 7 операционных, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Рентген, эндоваскулярная, офтальмохирургическая, операционная для выполнения сложных нейрохирургических и травматологических операций. Стационар – это часть большого многопрофильного центра, поэтому у нас есть все необходимые специалисты, чтобы предложить пациенту комплексный подход в лечении его заболевания. Если вы придете на прием к специалисту в поликлинику и вам потребуется хирургическая операция, то тот же самый доктор будет операцию выполнять в стационаре и продолжит вас наблюдать в поликлинике до полного выздоровления, потому что мы знаем, как это важно, чтобы пациент был в одних руках. К нам часто обращаются со сложными случаями, потому что у нас есть возможность привлечь к лечению лучших специалистов нашей страны. Дважды в неделю академик Ройтберг Григорий Ефимович, руководитель нашей клиники, лично консультирует пациентов стационара. С 2011 года мы работаем в системе международных стандартов GCI, а центр этой системы – это пациенты и его потребности, даже если это всего лишь любимая газета по утрам. Если пациент привык каждое утро читать «Спортэкспресс», то именно эта газета будет у него по утрам в нашем стационаре. И потребности пациента – это не каприз. Мы выполняем операции у детей с тяжелыми сколиозами, и несколько дней они проводят в реанимации. Когда мы начали заплетать девочкам косички, то с удивлением увидели, что они переводятся в палату на 2-3 дня быстрее. Мы считаем, что пациенты, члены его семьи – это наши партнеры и полноценные участники лечебного процесса. Поэтому мы даем им полный доступ к истории болезни. Через защищенный канал пациент в режиме онлайн может читать все врачебные записи, а родственники могут его навестить в любое время, даже если пациент лежит в реанимации. Если пациент в этом нуждается, то мы предоставим ему круглосуточную личную патронажную сестру. А если родственники хотят, они тоже могут остаться в палате с пациентом на ночь. Мы подбираем пациенту палаты в зависимости от его потребностей. На каждом этаже у нас есть палаты для людей с ограниченными возможностями. Есть комфортные одноместные палаты и отделение люкс-палат. А вот это палата люкс. Для пациентов, которые долго проходят лечение в стационаре, очень важно продолжить общаться с другими людьми. Поэтому каждый день в 5 часов мы организовываем чаепитие для пациентов в зимнем саду. Мы предлагаем вам качественную медицинскую помощь и заботу о каждом больном. Обращайтесь, мы всегда рядом. Девиз нашей клиники – все лучшее в медицине. Если вы хотите все лучшее в медицине для себя, приезжайте в клинику академика Ройтберга, и мы вам обязательно поможем.